пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы там. Счастливо. Итак, 293 серия. Магадан, Владивосток, участок. Вот последние километры трассы Р-504 Колыма. Осталось совсем немного до Нижнего Бестиха. Идет трасса Р-504 Колыма. Вы можете просмотреть эту трассу от Нижнего Бестиха до Магадана и обратно в полном формате, без купюр, без приукрас, без очернения. То есть так, как есть все на самом деле в реальной жизни. Напомню, что это 2021 год, осень. Ситуация, я думаю, с каждым годом будет улучшаться. И в плане дорожного полотна, и в плане инфраструктуры. Так что, думаю, лет через 5-6-7 можно будет поехать на автомобиле, посмотреть на первозданную красоту природы, впечатления незабываемые. Конечно, из европейской части России на автомобиле до Магадана доехать будет непросто. Все-таки времени занимает очень много. А если, например, на самолете долететь до Якутска или до Магадана, там взять автомобиль в аренду, на прокат и проехать по этой замечательной территории, как Колыма, а затем сдать автомобиль и вернуться домой опять на самолете, ну, такой услуги пока нет. Я думаю, туристические фирмы, может быть, со временем будут делать такие предложения. Ну, время покажет, как говорится. Ну, а на этом путешествие не заканчивается. Ночевка в Нижнем Бестихе. На утро переправлюсь на пароме в Якутск. Проеду по Якутску. Снова вернусь на паром, на трассу Лена, и продолжу движение в сторону Владивостока. Ну вот как-то так. Если будут появляться какие-то новые идеи, соображения, естественно, с вами буду делиться. Комфортного просмотра.
участок. Светлое время.
автомойка. Автомойка. Thank you.
Ребята, извините, не подскажете, автомойка здесь? А? Автомойка не подскажете где? Мы тут. Вон там идет, да. По дороге прямо. Потом где-то там заправки есть, Примада. Там есть мойка. Примада? Примада, да. Вот такая желтенькая. Спасибо. Ты прямо идет, там видишь. Пока. Километр, два. Километр? Сколько расстояние примерно? Ну, да, где-то километр есть. Примада, да? Спасибо.
Ладно, потом выключаю. Режим записи. Так, поедем на стояночку. Thank you.
темной пестях. Ночую в бестяхе. Здесь, наверное, на площадке.